Правительственной комиссией по развитию телерадиовещания инициировано решение о возможности включения в первый мультиплекс региональных каналов, которые являются обязательными, общедоступными и транслируются в сетях кабельных операторов на 21-й кнопке. Происходить это будет не на отдельном канале, а путем врезок региональных телеканалов в цифровой эфирный сигнал канала ОТР. Для того, чтобы это стало возможным, сегодня ночью специалисты КРТПЦ проведут необходимые ремонтные работы по изменению цифрового потока, в связи с чем у некоторых телезрителей могут возникнуть проблемы с вещанием первых 10 каналов. Для того, чтобы решить вот эту проблему, необходимо будет отключить либо телевизор, если он один, либо телевизор с приставкой, и заново настроить каналы путем автоматического поиска каналов, либо ручной поиск каналов. Ну и в помощь телезрителям всегда горячая федеральная линия, звонок на которую бесплатен, номер 8 800 220 2002, куда можно позвонить и получить квалифицированную техническую консультацию, после которой, я думаю, все проблемы эти будут устранены. Телеканал ОТР входит в первый цифровой мультиплекс и транслируется на его 9-й кнопке. 21-ю же кнопку в кабеле в Чите занимает телеканал «Альтес». И уже в ближайшем будущем программы нашего канала жители Забайкальского края смогут смотреть в составе канала ОТР. Ну и, наверное, предвосхищая вопрос телезрителей, когда же, почему 15 числа они не увидят региональных врезок в составе ОТР, хочу сказать, что телеканал «Альтес» дополнительно известить своих телезрителей о времени и о дате и времени выхода своих программ в составе ОТР. Стоит отметить, что цифровая сеть забайкальского филиала РТРС самая большая в России – 265 станций цифрового эфирного телевидения, которые обеспечивают 96% жителей края цифровым сигналом. Рустам Шахсубутов, Анна Ботвинник, Максим Лобачев. Время новостей.